Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. You can't touch or smell it. Can't see it coming. It's already inside you. Examination complete. Rendezvous at the refuge. Another one. To him too. We can't survive like this. Deforming hostile groups. But it's changing every atom of your body. I can't help you. You're on your own. Hunt them down! All of them! Leave before it's too late. Do not engage! Repeat, do not engage! You don't want the truth. You've never wanted it. I know the truth. I just need to find when. It'll make your eyes glow green and turn your soul black. Я был уверен, что мы найдем ее в Чернобыле, на атомной станции. Именно там, где она пропала 30 лет назад. Все пошло не так. Оливер последний из моих друзей, оставшихся в живых. Он считает меня сумасшедшим. Он думает, что Татьяна никогда не существовала. Народных депутатов сообщают, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти
совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Это машина. Я помню ее. Она не пропустит меня, пока я облучен. Руки вверх. Не стреляй! Это я! О, это ты, Игорь. Заходи внутрь. Они вырезали охрану. Портал теперь единственный способ передвижения по зоне. Так как мы останемся здесь на некоторое время, почему бы тебе не собрать весь этот мусор, валяющийся вокруг? Мы могли бы построить что-то полезное из него. Привет! Есть тут кто-нибудь? Ты тут? Это супер важно! Привет!
Кто это? Это я, суперсекретный агент. Михаил? Да, я. Значит, ты таки выбрался из атомной станции живым? Да, почти. Хорошо, хорошо. Послушай, у меня есть своего рода миссия. Разве мы не должны залечь на некоторое время? Да, мы залежем на дно очень глубоко. Но это суперклассная возможность и все такое. Мы типа атакуем компьютерную систему НАР. Не переживай, я знаю все о подобных вещах. Это не то, ради чего я здесь, Михаил. Я просто хочу... Да-да-да, ты ищешь свою девушку и все такое, я прав? Вот я и думаю, что на этих компьютерах могут быть файлы, а они... Ну, если ты так говоришь... Я знаю, что ты говоришь верно. Иди к ОКУ Москвы. Я расскажу все подробности и все такое. Михаил, конец связи. Так ты собираешься пойти и помочь Михаилу? Верно. Послушай, я не уверен, что он суперсекретный агент, за которого себя выдают. Похоже, он хочет, чтобы ты помог ему взломать какой-то сервер НАР. Срыв их операции может помочь нам завершить миссию и, надеюсь, сбежать. Но, если ты спросишь меня, это слишком большой риск, чтобы доверять этому человеку. Мы должны верить ему. Это он привел нас сюда. Ты говоришь так, будто это хорошо. Ты не понимаешь. Для меня это самая важная вещь в мире. Я лучше умру, чем оставлю Татьяну. Ой, извини, что стою на твоем пути, Ромео. Еще кое-что. Я хочу, чтобы ты взял это. Пистолет? Я ученый, а не... Каждый мужчина должен уметь стрелять из пистолета. Я дам тебе несколько уроков, как только ты к нему привыкнешь. Так кто же счастливец? В каком смысле? Твоя жена. Ты сказал мне, что она беременна. Ох, мы еще не женаты. Мы сделаем это, как только закончим. Я устроился на... Почему они не позволяют нам использовать машину? Мы пытались использовать, но это не сработало. Что именно не сработало? Ну... Первые модели споткнулись о собственные кабели. Ужасный дизайн. А остальное, ну, радиация взяла верх над ними. Народные депутаты прощают,
Неблагоприятная радиационная обстановка. Внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции... Он пришел за мной! Если будете сопротивляться, мы откроем огонь. На землю! Руки вверх! Вы арестованы! Спасибо, спасибо, спасибо. Мне надо отдышаться и бежать. Ты продолжай. Здравствуй. Ты новенький? Новенький? Ага, новичок на районе. Это вряд ли. Я переехал сюда в 85-м. Квартира была только закончена. Думал, что останусь здесь навсегда. Все сложилось не так уж хорошо. 1985 – это 3, 5, больше 10 лет. Это значит, что ты местный. Братва Припяти держится вместе. Давай тусоваться иногда. Особенно, если тебе нравится хороший самогон. У меня тут есть кое-что на продажу. Я ищу свою невесту. Вот ее фото. Нет, здесь не так много девушек. И я бы хотел, чтобы были. У тебя есть девушка, брат? Бомбезно! Есть что-то интересное? Слышал об огороде. Не ходи туда. Я пригласил дивака, которому он принадлежит, стать братом. А он сказал нет. А потом стрелял в меня. Мы враги сейчас. Ты что-то сказал про торговлю? Что у тебя есть? Не знаю. Ты не знаешь? Да. Я продаю коробки с добычей. Не открывал. Не знаю, что внутри. Не открывал. Не знаю, что внутри. Да. Честный бизнес, братвы. Настоящая уличная сделка. Сделка проста. Одна порция еды за одну коробку с добычей. Одна коробка в день. Потому что ты мой брат, я дам тебе одну бесплатную коробку с добычей. Только для тебя. Вот, держи. Только не говори никому. До скорого. Пока, брат. Listen to me. 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 Добро пожаловать, агент.
Вы видели здесь женщину? Она танцовщица и скрипачка. Длинные черные волосы. Татьяна, моя невеста. Нет. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? В любом случае, нам нужно добраться до сервера НАР. Грузовик с ноутбуком может быть здесь в любую минуту. Сервер? Хочешь, чтобы я взломал его? О, а вот и грузовик. Стартуем нашу миссию. Если ты сможешь взломать один из их компьютеров, мы также сможем заполучить и их крутые куртки. Звучит как план. Свяжись со мной, как только получишь доступ. Понятно, агент? Хорошо. Теперь двигай сюда. Прямо здесь есть что-то вроде башни Wi-Fi. Согласно руководству, мы должны использовать ее, чтобы... Руководство? Ты откуда это читаешь? Это руководство по суперагентам. В нем говорится, что можно передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит ее. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Ты уверен, что все продумал? У антенны должна быть сильная охрана. Ни за что! Пути назад уже нет. У меня установлена взрывчатка по сезону. Я просто подорву тут все. Давай! Подожди, Михаил. Будь осторожен. Правильно. Я буду очень аккуратен. Михаил, в порядке? Да. Просто не заходи внутрь. Здесь супер опасно. Похоже, что бомба была внутри этого здания. Я уже подорвал бочки. Что ты наделал? Это же радиоактивные отходы. Да, лучше подожди. Пока пыль не ляжется. У меня кружится голова просто от взгляда на все это.
Просто сотри все на этих серверах, ладно? В руководстве говорится, что вы можете передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит вас. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Татьяна, вот и я. Михаил, ты там в порядке? Да. Просто не заходи внутрь. Здесь супер опасно. Похоже, что бомба была внутри этого здания. Я уже подорвал бой. Работает. Это действительно работает. Теперь ты мне доверяешь? Во всем, что касается науки? Да. Лично? Нет. Я думаю, ты с ума сошел. Это все, что ты хочешь сказать? Нет. Сумасшедший ты или нет, но я все еще отчитываюсь перед тобой. Вот начнешь ее с вами. Стоим или пишешь. Я, конечно, не рад этому, но я должен уважать иерархию командования. Эй, Оливер! Ну, что бы ты сделал на моем месте? Обратился бы за помощью. Так мне нужно увеличить команду? Я про всю эту психиатрию. Я уже оставил это в прошлом. О, неужели? Поиски воображаемой балерины в проклятом Чернобыле звучит как адекватная идея? Не надо со мной так говорить. Я ученый. Я видел вещи, которые... О, я знаю. Твоя технология потрясает. Но это не делает тебя всезнающим провидцем. Просто посмотри, куда ты нас привел. Есть ли что-нибудь, что ты еще хотел бы сделать? Если хочешь выжить в зоне боевых действий, ты должен тренировать навык стрельбы. Могу дать тебе несколько направлений, но на это потребуются твои силы и время. Я с тобой нянчиться не буду. Окей, давай сделаем это. Приготовься и следуй за мной. Окей, вот как мы поступим. Начнешь стрелять по моей команде. Я дал тебе 5 пуль. Вот 5 целей. Каждый выстрел на счету. Готов? Огонь!
Время прицеливания держи локоть. Фокусируйся на мушке, пока она не выровняется с прицела. Разве стрела от бедра не будет быстрее? Только если ты действительно не хочешь попасть куда-нибудь. Жизнь — это не вестерн-фильм. Ты должен целиться. У тебя вроде все хорошо. Итак, что насчет твоей меткости? Достойное выступление. Даже лучше, чем я ожидал. Спасибо, что позволил мне обучать тебя. Хорошо чувствовать себя нужным. Мы должны... Это все в моей голове. Тебя помню! Ты же... Ты дьявол! Вы слышали зов, но не слушали. Мы все умрем здесь, а я принесу свою жертву. Расцветают цветы отчаяния! Что ты имеешь в виду, Михаил? Какие цветы? Мы в опасности. Они уже здесь, позади тебя! Ты это видел? База Дуга загорелась. Боюсь, что это сделал Михаил. Thank you.
Мы обнаружили еще один неопознанный самолет. Возможно, это очередная партия припасов. Генерал хочет напомнить вам, что обо всех конфискованных вещах нужно докладывать на базу. Хей, Оливер! М? Это... все. Не трать время. Мое или еще чье-либо.